Опа-на. Каджиев Магомед. 38-я школа, 11-й Б-класс. Отличник на золотую медаль. Я тебя не узнал сначала, честно говоря. Султан Абашир. 38-я школа, 11-й Б. Второгодник, двоечник. Он самый. Жизнь, ну, как непредсказуемая, да, Штенька? Человек сам. Отлично, чистый ты. Нормально все. Жизнь вот как повернулась, да, все? Да, да. А в школе как все начиналось, да? Только все. Радужно. Да, да. И как до этого дошел-то? Да я что, сам вот... Здесь я живу, это мой дом. Домоработница что-то приболела сама. Я сейчас вот выскочил просто здесь, подметаю. Вот так вот. Твой дом, да? Собственник? Ну, да, 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 да. Ты сам как? Сейчасечку. Да, Хизир Рабаданович, я дочку отвез, в общем. Сейчас на мойку еду и за вами. Хорошо, Хизир Рабаданович, скоро буду. Там шефа забрать надо, я поеду просто. Давай, давай, брат. Если что, заходи. Знаешь, где я живу, заходи. От судьбы не уйдешь. Да, да, не сбежишь никуда. Да, да, жаль, что сердце твое. Да, да, состоит из-за льда.